Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 18 февраля 2022 года. Ну и что я вам хочу сказать? Я вас всех поздравляю. Формула, которую я озвучила в ноябре прошлого года, которая мне пришла во сне, и мы с вами ее разработали. Формула замена слова ковида, расшифровка слова ковида, где мы буковку О заменяем на единицу, где я все подробно объясняю. У меня есть по этому поводу свой фильм расшифровки. И мы пришли к выводу, что это один вид СТ, один вид 19 СТ, ну или туда можно добавить азм есмь, а можно не добавлять. То есть я изначально не добавляла азм есмь. У меня просто было ковид, К1, вид, 19, СТ, слово твердо. Ну и что я вижу? Вот хорошая группа, мы здесь власть, замечательно, у меня к ней претензий нет, как к автору нет, великолепная работа подвижническая делается. Но здесь есть репост. И вот как они делают свои закладочки. Посмотрите, они хитрые, глаз надо держать востро, потому что под видом хорошего текста и хороших пожеланий туда могут впендюрить такую некую такую дрянь, ложь свою. И сейчас мы это увидим. Вот смотрите, некая Анжелика Светланова, которой тоже я не знаю, у меня к ней никаких вопросов нет, претензий. Я просто не знаю этого человека, ее нет в моих друзьях, не знаю. Но она тоже одна копирует вот некий текст. Посмотрите, текст, который рекомендует выводить соли. И здесь есть автор, некая Виа Татьяна Лукашонок. Вот это, возможно, Татьяна Лукашонок, а может быть и не она сама. Опять-таки, она могла составить весь этот текст правильный, допустим, как что убирать химическую отраву из организма. То есть здесь все написано правильно. Но читаем внимательно. Флорид бериллия, диоксид серы распыляют с воздуха. Как вывести из организма? Как защититься после атаки? Основа химтрассы состоит из солей. Оксид графена, это и есть в скобочках, К1, вид маленькими буквами, АЗ-19. Нормально? Нормально? Посмотрите, что делают. То есть берут мою формулу, ее коверкают. Допустим, вид это с большой буквы пишется у нас в формуле, потому что это ковид, аббревиатура. А пишется АЗ есть с большой буквы, АЗ, соответственно, с маленькой. Е-19-СТ. То есть они перепутали, они переставили, но она похожа. На что расчет идет? Расчет идет на то, что основная масса, она увидит похожие вот эти буквы, или где-то кто-то будет вот это транслировать и скажет, да, так это и есть оксид графена. То есть таким образом, в принципе, они тоже выявляют недееспособных, невнимательных, дебилизированных граждан, потому что это 100% появится. Я просто предупреждаю, это будет. Я уже знаю, что мне это будут закидывать. Вот они вот это увидят, и начнется ор и истерика. Ну и провокации в том числе, потому что кто-то умный, он это увидит, поймет, а тот, кто не умный, а тот, кто провокатор, он, естественно, будет истерить и будет это закидывать. То есть они сейчас подключат своих троллей, ботов и так далее. Поэтому я вас предупреждаю заранее, я это изобличила. Стерто-стерто, ваше вранье изобличено, тот, кто ставил вот эту вещь, изобличено. Вы раскрыты полностью. Поэтому у вас ничего не получится. Враг будет разбит, победа за нами. Понятно? И не смейте подворовывать чужие идеи. А теперь мы посмотрим на химическую формулу оксида графена. Потому что, чтобы давать отпор, надо понимать, как его давать. Вот они написали оксид графена, это и есть вот это вот, да, написали, типа это какая-то там формула. Сейчас мы посмотрим, что это за формула. Вот я набираю оксид графена, формула химическая С2О, углеродно-кислородные компоненты. Конечно, никакого отношения к расшифровке слова эта формула не имеет, но подсунуто, посмотрите, вот уже перевернуто и подсунуто. Это о чем говорит? Для чего они это делают? Это говорит о том, что она работает. Потому что если бы это ничего не работало, они просто подтвердились, за это их можно поблагодарить и дать им Нобелевскую премию, за то, что они подтвердили, что эта формула работает, и теперь они ее подменяют. Потому что если бы это была ерунда, им бы не пришлось вот сочинять вот эту вот муть свою.
вот таким вот примитивным образом подставлять и делать это, подставу такую делать, в расчете на дураков. То есть вот это расчет конкретно на дураков. Те, кто будут писать вам, вы можете отсылать мое видео, которое я сделаю, вот это самое видео, либо просто им показать, что такое формула оксида графена. Просто набрать в поисковике и показать, что это за формула. Вот расчет на дебильных граждан, которые будут смотреть, и на ботов. Вот так они с нами борются. То есть везде вранье. Точно так же, как в договорах. Везде они прописывали в банковских договорах. Помните, когда они обманывали людей, подсовывали текст, а там где-нибудь мелкими буквами. Вот это как раз и иезуитская тема. Это вот в этом они все. Посмотрите. Но это слабость. Ребят, ну так нельзя. Это еще одна заметочка. В принципе, они подписались. Вот это вот Татьяна Лукашонок, Виа Татьяна Лукашонок. Это от лукавого Лукашонок. Ну, маленький лукавец. Для чистоты эксперимента возьмем перевод и выясняем, что Виа означает через или посредством вот этой самой Татьяны Лукашонок. Маленький бесенок подписался. Вот бесы тут развлекаются. Вы просто воруете авторскую мысль. Причем мысль божественную. Вы не у меня воруете, мне это пришло во сне. Вы у Бога пытаетесь убрать, своровать и исказить. Вот вся ваша суть. Только искажение, ложь, ложь, ложь. Вы слуги лжи. И вы этого боитесь. Вы боитесь правды. Вы боитесь правды народа, который народ транслирует правду. Итак, вот это все стерто-стерто. Ваш обман раскрыт. Вы полностью изобличены. Вы побеждены. Победа наша. Свет заполняет каждую молекулу пространства. Победа наша!